Диплом о окончании техникума? Да. Не надо, это ни к чему. Как хочешь, вот тут. Вот, видишь, на Руизе. Ну, диплом. А это выписка. Ратурбинная. Ну, это всякие специальности. Установки. Кошмар. Понял, да? Работал. Вот у них. Вон тут, видишь, фотографии разные. Это ты видывал. А это Анна Семеновна. Понял, да? Ну да. Вот, а это кто спит? Алексей. Вот так он спит. Вот а это, видишь, узнаешь тут? Это с другом мы в этом как раз. Петергофе. Фотография. Вон, стою я. Это Валя. Валя, а это точно, да? Да. Это муж Галины Алексеевны сестры? Мой жены сестры. А, Кременчуги. Как ее звать? Кременчуги. Наташа. Поэтому на рыбалке на черном. На черную. Опять же, восторги перед талантом. За объяснением любви. Вот, вот. Иногда стихи посвящают. Вот, вот, Аня. Мы сидим вот там. Аж я прошел лагерь вот этот, работал я. Ну-ка. Нет у меня этих фотографий, нету. Нигде не найдешь. И никто, никто мне не скажет, я никому не рад, не говорю. Здесь было 3000 языка в селами. И женщин было 1000. Понял, да? А? На языка. Заключенных. А, здесь 3000 заключенных было? Да, в селами побольше, наверное, 3000. И женщин 5000. Вот, примерно километра 20. Немного расстояния. А это что? А, это просто уже. Да. Там есть у меня фотографии, есть. Но это надо. Все, надо многое. Письма разные. Вот тут. Такой иди фотографии есть. Да, тут я тут. На вечере сколько, уже я сколько не работал, а потом пришли на вечер, какой там порядок был. 30 лет работал. 30 лет я отработал. Это какого года фотография? Марине Цветаевой. Это, наверное, новая, да, совсем? Я не найду. Ну да, тут нет. Правда. Вот, вот, вот. А подруга моя вот тут. После моей жены. Вот. Сейчас только что ехала она. Где-то мы в парке фотографировался. Зимой. В нашем парке. Перемешка тут. Ой, можешь еще раз повторить, кто где? Ну, сейчас я в торопях так написал. А. Свадьба Игоря и Марины Сучковых. Игоря и Марины Сучковых свадьба. Понял? Угу. Вот. То есть младший сын моего брата. А, младший сын твоего брата? Игорь, да. Моего брата. А твой брата как зовут? Алексей, он умер уже. В 20-м году. В 20-м году? В 20-м году моего рождения. Этого брата. Он в 77-м году умер, 57 лет. Угу. Вот так. А это сын его. Понятно. Сын. Я тут наговорю тебе. Больше арестантов. Уже и беда, и битвы.
том отделении на фронте были. Вот на фронт пошли с ним, вот тут дитя тебе показывал. Вот. На фронте там вместе служили. Он заслужился до командира части саперной. Вот так. А я демобилизовался. Вот тут как раз открыли уже. Не знаю, искать надо эти. Вот мой. Это где придержит. Это в Краснодаре. Мой друг Краснодар, у меня же такие стали. Вот. Потом он спился. Он не курил, не пил, а потом спился в Краснодаре. Понял? Ну да. Там сфотографировались. Ну, ясно. Суслика узнаешь? Да, конечно. У нас есть такая фотография. Вот есть. Ну да. Второй части. В 50-м году. 50-й? Да. Даже раньше, наверное. Ну-ка. Ну-ка, с чего там? Это брат мой. Это брат твой? Да, вот на складу работал после войны. Ага. На складу? А что он грузил там? После ранения, уже там грузил. Он легкий на вылет, раненый, на вылет. И правая рука курочена 5 сантиметров, левой. Вот он работал там на складе с этими женщинами. Но в армии был. Вот так, понял, да? Но уже еще в армии был. Как его зовут? Алексей. Вот, понятно. Да. А это два казаха. Ладно, казаха. Откуда они у тебя? Да, служили вместе мы. Мои сестры, мои жены, сестры, дочь. Вот эта женщина? Да. Мои жены, сестры, дочь. Я вижу, как ты тебе не по порядку. Комка и все. Какой зовут? Какой зовут-то? Маша. Маша звать меня. Вот видишь, тут не написано Маша. А где они живут? А живут или нет, не знаю, на это же прошло время, сколько уже. Ведь если нам по 80, наверное, им по 50 с лишним. Живы или нет. В этом, не про Дзержинске. Не про Вот написано тут. Вот тут Волгу падает. Макарьев. Нет никогда. По-моему, Макарьев. Вот я, сестра моя жила, я это здесь призывался здесь, Макарьев. И будешь вечная изменная, душе измученной моей, умы и ясной силою, вся жизнь моя озарена, умру я ты над могилою, гори сияй, звезда, зови, звезда, звезда. И будешь вечно неизменная, души измученной мамой. А там тут что-то записи там разные. Да ладно, а это не записи. А, и придаю свои читания визуально пришествую мелку. Призывался великий спец. Руки на груди. Он видел огненное на горе, он видел гибель впереди. А здесь все, ах, зачем эта ночка была хорошая? Очаровательные глазки очаровали вы меня. А это? Лопали бережень, как заяло. Мечта. Это Есенина. Вот так никуда не писать, дописывать.
Так, есть тут. Так это что, это все, это разве Кострома, да? Это Кострома? Мы приехали туда, Нерехта. Вот, на память семьи Сучковых по дни свадьбы в городе Нерехта. После октября 80-го года Сережа и Ирина выскакивают перед зданием ЗАГСа в Сучку. Они достигают такого уровня, что потом, когда человек выходит из кадра, из этого рабочего процесса,